Мої вітання усім глядачам. В ефірі програма «Позиція». Сьогодні ми говоримо про недосконалість пропускної системи на Донбасі. І в нашій студії юрист громадянської ініціативи «Восток СОС» Ольга Аношкіна. Пані Ольго, я вас вітаю. Здравствуйте. Запроваджена система перепусток у зону антитерористичної операції створила цілу низку проблем мешканцям Сходу України. Що це за проблеми? От з чим безпосередньо до вас звертаються люди? Ну, в первую очередь, стоит начать с того, что эта пропускная система призвана обеспечивать безопасность нашего государства. Но, по сути, сейчас происходит так, что она абсолютно не работает и свою функцию не выполняет. Тобто безпеку вона не гарантує? Она не гарантирует безопасность, потому что породила очень множество коррупционных схем и породила инициативы, которые помогают, по сути, преодолеть линию пересечения без пропуска. Такое очень часто случается, начиная от автобусов, в которых люди могут проехать, и в которых уже включена цена не только за билет, но и за то, чтобы пересечь линию границы без пропуска, заканчивая элементарно тем, что можно дать просто взятку. Таким образом, эта система, она не обеспечивает защиту, ну, действительно защиту от людей, которых, присутствие которых нежелательно, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности. Як довго працює ця система і яка от процедура отримання перепуску? Вона була введена в марті. Процедура мінялася. То есть вначале можно было подавать документы для получения пропуска только либо лично приезжая на блок, ну не на блокпост, а на пропускной пункт, либо их можно было посылать по почте. Сейчас это уже стало возможно делать через интернет, то есть ввели электронную систему. Но полноценно и эта система полноценно она до сих пор не работает. И самая главная проблема, ну даже не в том, что случаются какие-то перебои, например, отсутствие, элементарное отсутствие света. Ну, зокрема, в СБУ говорят, что проблемы с интернетом, постачанием. Проблемы с интернетом, да, слишком большое количество файлов, которые нужно загружать для того, чтобы, ну, документы, которые необходимы для получения пропуска, часто люди просто не могут их отослать. Перезагруженные ящики, на которые приходит эта информация в пунктах пропуска. Ну и эта информация, она никогда не появляется на сайте СБУ. То есть мы никогда, человек никогда не может знать, можно ли ему сейчас отправить по электронной почте эти документы, дойдут ли они, дошли ли они, получили ли их, есть ли уже они у адресата и когда он получит этот пропуск. Потому что не присваивается номер, это не сообщается информация человеку о том, получили ли уже документы и оформлен ли уже его пропуск. Часто приходится ждать гораздо больше 10 дней, и часто у людей просто нет информации о том, дошли ли. А чи правда, что пунктов выдачи перепусток лишь 4? Пункты выдачи пропуска и блокпосты – это немножко разные вещи. Блокпостов 4, пунктов выдачи пропусков. Блокпосты – это там, где… Это непосредственно, да, там, где ты переходишь границу. Линию соприкосновения, точнее. Пунктов выдачи пропуска на самом деле чуть-чуть больше. Но опять же, на сайте СБУ опубликована информация официальная, что их 4. Старобельский, Великий Новосилкий, Артемовский и Мариуполь. Это какие-то граждан? Насколько это достаточная количество? Это маленькое количество, но на самом деле этих пунктов пропуска, вернее не пропуска, а выдачи пропусков, их немножко больше. Вот, к примеру, в секторе А, это Луганская область, там существуют еще дополнительные пункты именно пропуска, там, где вы можете подать документы. Они находятся, ну, находятся, к примеру, на станице Луганской, такой пропуска расположен, но при этом на сайте СБУ этой информации нет. Звідки ж брати цю информацию? Сарафанное радио, то есть на сайте СБУ официально 4 пункта, в которых вы можете подать документы, на самом деле их немножко больше, но эту информацию практически никто не знает. То есть она есть на сайтах общественных организаций, на нашем сайте, на сайте других организаций. Люди просто ее передают друг другу, но при этом они не могут открыть где-то официальный источник и посмотреть, какие действительно, где есть пункты пропуска, какие нужны заявления подавать, потому что на каждом пункте пропуска они разные. И что вообще нужно для подачи этих документов. Вы говорите, что иногда чекать доводится намного больше, чем 10 дней. Вот такие факты, что черга лишь для того, чтобы подать документы, может сягать одного месяца. Чи дійсно так? Ну, я не могу такую информацию подтвердить. То есть на самом деле сейчас можно подать документы. Это, наверное, идет речь о том, что если человек приезжает лично, но даже в этом случае у нас такой информации не было. Но действительно есть информация, что гораздо больше, чем 10 дней занимает пункт. Скільки приблизно чи орієнтовно доводиться очікувати, щоб отримати безпосередньо сам документ? А вот дело в том, что очень по-разному. То есть если бы было установлено, что вот 10 дней, в отдельных случаях это может быть, этот срок может быть продлен, и человек понимает, что ему ожидать, он получает уведомление о том, что там срок выдачи продлен. Но сейчас этого не происходит, и один человек может получить в течение 10 дней, другой в течение месяца, третий просто не получит никакой информации о том. Для тех счастливцев, кто отримав этот документ, он выдается один раз, и протягом какого термина он действует? Он может быть одноразовым на один раз, на единичный выезд или въезд, может быть многоразовым.
багаторазовий, яка його тривалість? По-моєму, на год, я точно не пам'ятаю, по-моєму, тобто там можна отримати і на рік. Да. Стосовно того, хто може отримати таку перепустку, є якісь обмеження, чи будь-хто? Таких ограничений не существует, но для того, чтобы у человека был пропуск, он должен подтвердить свою цель, что у него действительно есть уважительная цель для того, чтобы въехать или выехать из зоны АТО. Ну, для того, чтобы въехать, уважительными целями, в общем-то, считается проживание человека на этой территории, ну, то есть, что у него есть там собственность, це також? Родственники, да. А чи відомо вам щось, як з іншої сторони сприймають, по суті, українські документи, невизнана територія, неконтрольована, вони сприймають безперешкодно, люди можуть з такими перепустками проходити через блокпости на окупованій території? Насчет этого вопроса у нас нет информации. То есть мы отслеживаем только работу наших украинских блокпостов. Ну, громадяни з такими проблемами не зверталися? Нет. Як ви згадали, що всі ці складнощі, як це не дико, створили сприятливі умови для хабарництва та корупції. Да. От деякі люди наводять факти, що за перепустку в залежності від терміновості просять від 300 до понад 1000 гривень. Офіційно уся ця процедура є безкоштовною? Официально она является абсолютно безоплатной. Естественно, никто не может требовать никаких денег за выдачу пропуска. А на каком уровне вот такие факты коррупции выникают? Я думаю, что это работа на местах, то есть, безусловно, она на блокпостах. Но тут дело в том, что... С боку тех, кто выдает беспосредственно. Да, так, но дело в том, что этот порядок вообще того, как получить пропуск, он настолько непрозрачный, настолько о нем мало информации, она не согласована между собой, что, безусловно, эти факты просто сейчас не могут не возникать. Но начать даже с того, что этот порядок выдачи пропусков, да, пересечения линии соприкосновения, он даже полностью не опубликован ни на одном сайте. Мы запрашивали такой порядок у СБУ. Нам ответили, что он есть на их сайте. На самом деле на их сайте полного порядка нет. Мы смотрели на сайте фискальной службы, нам ответили, что он есть там. Там он есть, но он не со всеми приложениями, и он устаревший. Тобто навіть фахівцям, таким як ви, дуже важко розібратися. По сути, даже мы сейчас не можем получить полностью этот порядок. А вашій організації безпосередньо доводилося стикатися з фактами корупції? Взагалі люди до вас звертаються за допомогою в отриманні перепусток? К нам часто обращаются люди с такими проблемами, если у них, к примеру, нет документов для выезда. И они понимают, что они просто не знают, что делать, потому что нигде не написано о том, что им делать, если у них нет паспорта. И мы тоже, к сожалению, не можем им на этот вопрос ответить, потому что действительно в порядке вообще никаким образом не предусмотрен выезд людей, у которых нет паспорта, которые его по каким-то причинам теряли и так далее. То есть они должны обратиться за восстановлением этих документов и только потом выезжать. Но для того, чтобы их восстановить, они должны выехать на подконтрольные территории. И каким чином вы допомагаете? Мы консультируем. То есть наша помощь, как правило, заключается в консультировании. На нашем сайте собрана информация, включая бланки заявлений, которые тоже невозможно практически найти. Да? То есть для того, чтобы взять бланк заявления, нужно ехать в пункт пропуска непосредственно, там его заполнять. Безусловно, людям гораздо удобнее, если у них уже есть эти бланки, если у них есть конкретный перечень документов, если они знают, какие причины нужно указывать для в'їзду чи виїзду. Всю цю інформацію ми можемо предоставити. До речі, всі ці проблеми підтверджують і громадяни своїми зверненнями про те, що ви говорите. От серед ключових проблем називають інформаційну роботу з боку СБУ та координаційних штабів, де видають перепустки. Тобто люди не можуть знайти потрібну їм інформацію. Чому так відбувається? Чи зверталися ви з якимись, можливо, запитами до державних структур? І ми, і інші громадські організації вже не єдинжди обращались з відкритими обращеннями к СБУ. К сожалению, тут проблема в том, что это, ну, вообще сама по себе довольно закрытая структура. И проблема в том, что такое ограничение, ограничение свободы передвижения граждан, по сути, оно не может приниматься на уровне приказа, который издал заместитель руководителя антитеррористического центра при СБУ. Это должен быть только закон, закон, который принимался бы, включая общественные организации, включая волонтеров, которые реально знают, какие сейчас проблемы с пропускной системой. Этот закон, который, или нормативно-правовой акт, который должен быть, безусловно, юстирован, который должен быть проверен на соответствие законодательству. Сейчас говорите, это просто приказ, который... Вы говорите, что не решение прийматися, это певне перевищення? Мы расцениваем это так, потому что антитеррористический центр при СБУ, он не обладает такими полномочиями издавать нормативно-правовые акты. Собственно, это и не нормативно-правовой акт, это приказ, это порядок, но не нормативно-правовой акт. При этом не может быть ограничена свобода передвижения граждан на основании приказа. Певно, що велику частину цієї державної роботи виконує і Восток-СОС. Чи вистачає ваших можливостей, щоб інформаційно опрацьовувати усіх охочих?
Я думаю, что безусловно нет, что мы можем удовлетворить только довольно небольшой запрос людей, хотя у нас работают горячие линии, которые постоянно принимают очень большое количество звонков, но, конечно же, должна быть горячая линия правительственная, она есть, горячая линия СБУ, которая должна отвечать на такие вопросы, но при этом, как правило, там просто не берут трубку, телефоны отключены, ну, дозвониться туда практически невозможно. То есть у нас, мы провели однажды эксперимент, наш юрист звонил туда практически целый день, безостановочно, он дозвонился к вечеру. Вот, простой человек, конечно, не может себе позволить потратить целый день на то, чтобы звонить. Чи бачите ви якийсь вихід сьогодні, от сьогоднішньої ситуації? Що має бути зроблено? Да, я думаю, что самое главное и самое первое, что должно быть, это признать ошибки, признать то, что существует, какая, ну, изучить то, что есть в реальности, то, что происходит с этой пропускной системой в реальности. И на основании этого можно думать о том, каким образом дальше реформировать эту систему, и, безусловно, этот процесс реформирования должен происходить с привлечением организаций, которые занимаются. Але відмовлятися від такої будь-якої пропускної системи не можна, ну, це ж все ж таки певний контроль за безпекою. Та цель, которую ставит СБУ, контроль за безопасностью, это, безусловно, цель, которая сейчас есть, и ее нужно обеспечивать. Но проблема в том, что эта цель не обеспечивается этой пропускной системой, поэтому нужно думать о том, каким образом сделать ее такой, чтобы эта цель была обеспечена. Сейчас она обеспечивает цель, которая не задекларирована, а именно создавать лишние препятствия, лишние трудности простым людям, которые хотят выехать или въехать в АТО, но она никак не может обеспечить безопасность. От відомо, що серед іншого Востоксос займається також і лобіюванням законопроєктів, життєво необхідних мешканцям Сходу. От цю проблему згадано нами. Як можна вирішити на законодавчому рівні? Розробляється відповідний законопроєкт. Я думаю, що головне, що він має включати, з чого потрібно почати. Ну, моя позиція така, що взагалі має бути полностью отменена система выдачи пропуска для выезда из неподконтрольной территории. Контроль нужен, проверка нужна. Яким чином його здійснювати без перепусток? Ну, можно разработать системы, каким образом люди будут подавать на неподконтрольной территории, будут подавать эти сведения. Это можно сделать даже телефонами, да, то есть можно по номеру телефона сообщить свои паспортные данные, идентификационный код, цель и так далее. То есть можно, тем не менее, если будет создана система, это сделать. Сделать эту проверку без того, чтобы заставлять людей выезжать два раза на блокпост для того, чтобы эти документы сдать, для того, чтобы потом их забрать. Потому что, ну, это действительно создает очень небезопасные условия. Если, не дай бог, случится такое, что боевые действия каким-то образом будут развиваться, то масса людей просто не сможет выехать. Если говорить безпосередньо про законопроект, чего он має стосуватися? Ну, он должен регламентировать эти условия выезда, въезда. На вашу думку, это какие-то другие условия от тех, которые мы имеем сегодня? Да, это, ну, во-первых, это должно быть, должна быть такая система, которая сможет позволить как-то вот более гибко регулировать въезд и выезд. Это не может быть выезд в течение 10 дней, особенно если мы, ну, оформление пропуска в течение 10 дней, особенно если мы говорим о выезде для людей, которые выезжают из неподконтрольной территории. Для тех, которые въезжают, в принципе, ну, это более или менее нормальный срок. Но опять же, там есть, можно много о чем подумать. Например, о том, что пункты пропуска есть только в Донецкой и Луганской области, точнее, пункты выдачи пропусков. Естественно, если человек уже переехал, является переселенцем, проживает там в Киеве, Запорожье и так далее, то было бы проще, если бы он мог подать документы в своем городе. Это несложно организовать такие центры. До речі, ну, а ви знаєте цю проблему зсередину, чи звертаєтеся ви безпосередньо до народних депутатів, чи чують вони вас? К народним депутатам ми з цією проблемою не обращались, но мы пытаемся вести диалог и ведем его сейчас с СБУ. Вот сейчас буквально наш юрист находится на круглом столе в СБУ, и мы пытаемся донести проблемы этой системы в первую очередь. То есть мы пока еще немного говорим о том, каким образом она должна быть реформирована, какие конкретно должны быть изменения, потому что эти изменения, ну, можно понять на основании анализа того, какие есть проблемы. И мы доносим эту проблему до уполномоченной Верховной Рады по правам человека, потому что мы считаем, что это непосредственно касается тоже ее парафии, потому что тут речь идет об ограничении прав переселенцев на выезд и въезд. Окрім цього, які ще законопроекти щодо проблем мешканців Сходу, на вашу думку, мають бути найближчим часом прийняті парламентом? Я думаю, що зараз один із основних законопроектів, над яким потрібно працювати, який потрібно приймати, це закон, який обезпечить возмещення тих потерь, які недвіжимості,
имущественных потерь, которые понесли граждане на востоке Украины. Для тех громадян, которые переехали на контролируемую территорию? Которые переехали на контролируемую территорию, при этом у них разрушено жилье. И его, его нет. И, конечно, они в этом не виновны, они пострадали от действий террористических организаций, поэтому государство должно возмещать этот ущерб. Чи є у вас бачення, ви щоденно стикаєтеся з цими проблемами, допомагаєте у тому, щоб знайти якесь тимчасове житло? Яким чином знаходити кошти в державі, коли в бюджеті їх немає? Мы помогаем со временным жильем, но опять же мы делаем это на уровне волонтерской инициативы и, конечно, не можем покрыть большое количество запросов. Какое-то время... Держава может до этого подойти в складных экономичных условиях? Я думаю, что есть международные организации, которые, судя по опыту Грузии, судя по опыту других государств, которые столкнулись с оккупациями своих территорий, они разрабатывали программы. Было понятно, какое количество переселенцев, какое количество средств примерно нужно на то, чтобы построить либо временное жилье. И очень многие международные организации в этом помогают. Но кроме того, всегда государство может изыскать средства у себя для того, чтобы помочь с этим. Льготное кредитование, поощрение бизнеса, который будет предоставлять это жилье. Все эти программы можно разработать, если бы была политическая воля. Які ще пріоритетні напрямки роботи ініціативи «Восток-СОС» сьогодні є найважливішими? Кроме того, що ми займаємося юридичними консультаціями, у нас є ще гуманітарне направлення, і ми допомагаємо непосредственно продуктами, речами і так далі, як в Києві в нашому офісі, так і переселенцям. Так і у нас є команда, яка їздить на освобожденні території з гуманітарними грузами, привозить їх туди і роздає людям там. Як там люди зустрічаються? Допомогу з України? Да всегда, конечно же, помощь воспринимают хорошо, потому что действительно люди находятся в очень тяжелых условиях. К сожалению, мы не можем ездить на территории не подконтрольные украинской власти, где ситуация гораздо более плачевная, чем на подконтрольных территориях, начиная с того, что там цены гораздо выше уже, заканчивая тем, что люди действительно пытаются выехать на подконтрольные территории, самые близлежащие, для того, чтобы просто там закупить какие-то продукты и сведение пропускной системы. Опять же, это становится гораздо более тяжелым. Я не говорю, что, что ее нужно отменить вообще, что можно ездить туда беспрепятственно, но оформление пропусков для того, чтобы выехать просто в ближайший населенный пункт за продуктами, это, конечно, нонсенс. Частково ви займаєтеся благодійною діяльністю. Нещодавно приймалися закони, що спрощують. Наскільки сьогодні вашій організації легко в правовому полі України працювати? Діло в тому, що ми зареєструвались тільки що, і у нас був дуже складний процес реєстрації. Тобто у нас були проблеми з тим, щоб взагалі зареєструвати організацію. Надіємося, що зараз з тим, що цей етап пройден, далі буде легше. Буде легше, так. Я вам дякую за цю розмову і дякую усій вашій громадській ініціативі «Восток-СОС» за вашу дуже важку роботу. Дякую. Глядачам нагадую, що гостею студії була юрист громадянської ініціативи «Восток-СОС» Ольга Аношкіна. Залишайтеся на парламентському і далі.